Всем привет! Вы на канале Никита и Богдан. Сегодня мы отправимся в этот дом. Мы находимся в поселке Долгоруково, Багратионовском районе, Ленинградской области. Мы нашли такую заброшку, немецкий дом. Давайте зайдем в нее. Та дверь закрыта. Вот какие-то ступеньки, не знаю, куда они вели. Такое помещение. Уже вон обваливается все. Деревья смысл. Давайте зайдем в следующее. Лучше не стоять над ней, она обвалиться может в любой момент. Держится вот на этой ноте. Ну и что? Там какие-то выемки в стенах. Может, камин был. Здание старое. Такой чердак. Раньше здесь, судя по всему, было несколько этажей. Два, может и три. Но сейчас уже разрушается все. Уже даже скоро этого не будет. А еще у меня есть предположение, что это здание горело. Посмотрите на это. Вот на... Давайте посмотрим, что там. Может, какая-то пристройка. И там что-то еще. Вот такое помещение. Ну, это пристройка, наверное, была. Там уже все заросло крапивой.
неподалеку от этого здания мы нашли еще вот такое. Может, это было бомбоубежище. Может, канализация. Я не знаю. Вон овраг. Что-то военное делает. Это бункер. Это был, наверное, бункер во время войны. Пока-пока, вы были на канале Никита и Богдан. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое. Пока-пока!